кто боится привить, не привился, привиться. Я не буду говорить вам много то, что говорят по телевизору, я вам скажу просто простой пример. Я являюсь руководителем больницы. У меня работают 200 сотрудников. Из них привито 196 спутником ВИ. У меня лежит 300 больных. 260 из них привиты. Вот последний случай заноса ковида в больницу, вот просто показывает практика, заболело 5 больных. 5. 2 с пневмониями, поражение 50% легких, они не привиты. 3 больных заразились, перенесли в легкой форме. Сотрудники переносят, потому что он тоже встречается, в легкой форме. То есть сегодня налицо действие вакцинации. До этого тоже был занос в отделение, значит, ковидной инфекции. Заболело 5 больных, привитые, в легкой форме. То есть сегодня, я уже могу вам говорить просто, вот как человек, умудрённый уже опытом по прививкам, это помогает, это спасает. Поэтому сегодня не избегайте прививок, не надо их бояться. Вот мы специально отслеживали, 196 сотрудников привились. Есть ли тяжелые какие-то последствия или осложнения? Была часть, незначительная, исчисляясь в единицах, это температура ночью. Да, у некоторых было 38, единичный, один или два. Боль в руке, небольшие головные боли. То есть почти 200 человек, это огромная, например, можно сказать, популяция. И яркий пример, что не страшна прививка, она нужна. Значит, это облегчит ваше состояние и тревоги, даст вам спокойствие. И сегодня по данным, посмотрите, все говорят, в основном в реанимации лежит, в основном непривитые пациенты. Значит, ну еще чтобы улучшить свое, значит, состояние, это то, что уже много говорится, здоровая жизнь, прогулки, значит, семья, хобби, увлечения. То есть личность должна быть гармоничная. Есть теория трех векторов. Вот должно быть у человека три вектора. Это работа, семья, хобби. Они должны быть равномерные примерно. Вот если может быть личность, допустим, вот такой вектор работы, вот такой вектор семьи и нету хобби. Потерял человек работу. И что? У него осталось смотреть вектор семьи, это личность, которая впадет в депрессию или какое-то психическое расстройство. Если гармоничная личность потерял какой-то полвектора или вектор, остается два вектора, семья, хобби. Эта личность более сохранная, более устойчивая к различным стрессам. Ну, примерно так. Любите себя.